Второй судья Максим Василик, Днепропетровск. Боковой судья Алексей Дмитренко, Одесса. И второй боковой судья Валентин Руденко, Симферополь. Так, перейдем потихоньку к составам команды. Ну, как уж тут, Полский, если неправильно. Номер... Вперед! Сергей Ермоленко, или Ермоленко. 77, Владимир Шарский. 69, Олег Осипенко. 90, Владимир Спивак. 95. Александр Коваль. Хорош! Хорош! Защита давай! Что вы быстро начали, я даже не успел понять. И вот, кстати, оранжевую штуку сделал тачдаун. Такая штука, тачдаун, это больше всего очков. Вот, в принципе, правило. Можно передавать пас вперед, нельзя хватать за шлем, за шею. Отлично! Флаг! Хорош! Игорь Процкий. Только что мы наблюдали шикарную пробежку в исполнении... Какой номер? Начинал! Давай! Давай, Серега, давай! Давай! Получи, блядь! Получи! Хорош! Вот так, блядь! Отлично! Давай! Хорош! Добей! Давай, давай, давай! Давай! Отлично! Ну! Yeah!
Хорош! И давайте поддержим команду в белом. Умнички, молодцы вы мои умнички. Тавры вперед! Вы слышите, как скандируют стадионы? Тысячи... Давай, Серый! Ребята, Серега, давай! И покажите красивый футбол. Какие-то истории забавные. И наши зрители неудержимы сегодня. Да! Может быть, мы поднимем волну, ребята? Давайте организуем волну слева трибуны направо. Так, команда разыгрывает мяч. Давай, 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 хорошо! Команда готовится разыграть мяч. Тавры, давайте! Ну! И удастся ли ему пройти? Нет. Болельщики, как ваше настроение? Да вы лучшие! Да вы лучшие! Давайте покажем наш теплый одесский южный прием и поддержим свою команду. Тавры! 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 Давай! Защита! Хорош! Смотри, вынос Широкий! Я Василий Уткин. Здравствуйте. Хорош! Давайте, давайте! Абсолютно озвучить имя нашего нарушителя. Но, к сожалению, у нас какая-то лажа с артистами. Я хочу вам... Да, хорошо! Рассказать немножко про нашего... Все! Ну! Есть! На, блядь! Тавры, давай! Давай! Все, 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 кури! Называйте как хотите между командами по американскому футболу. Город Одесса. Пираты поддержим. И город Симферополь. Команда Тавры. Поддерживаем гостей. Кому интересно, приходите. Я буду ведущим, будет смешно, как сегодня. По широкой! По широкой! Есть! Гошан, давай! Гоша, хорош, давай! Давай, Артурчик, давай! Слава, тачбэк! Так, страсти накаляются, сейчас наши команды побегут друг на друга. Хорош, Слава! Это напоминает ледовое побоище по траве. Поддержим наших ребят, они стремятся к победе! Пусть они болеют футбол. Давай, вот она! Прозрачный, ну да! Прозрачный, ну!
вас. Таври! 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 Покажите нам красивый футбол. Вперед! Тавры, давай! Тавры! 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 Хорош! Давай, Артурчик! Давай! На! Я не думаю, что это кого-либо обидит. Свисток судьи. Давайте! Кикер номер 44. Хорош! Ванечка лучший! Запустил эту торпеду. И теперь наши ребята должны пробиться вперед. Пожелаем им удачи! Давай! Где Сламбекер? Не было! Не было! Вот это... Все, все! Поддерживаем. Хорош! Тепло ваших сердец. Давайте поддержим наших ребят. Кричите, верещите, хлопайте. Хорош! Все меньше и меньше стоит. Итак, пробежка. 5 упал. Нет, нет, нет! Не было! Розыгрыш. Итак. Нет! Ребята, завести мяч за линию. Давайте поддержим их. Тавры! 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 Итак, мяч разыгран. Поддержка никогда не бывает лишней. Никогда не стесняйтесь поддерживать тех, кто вам дороги. Те, за кого вы болеете, они всегда с радостью. Тачдаун! Давайте вот так покажем, как мы любим наших ребят. Серый, ты можешь! Серега, давай! Встали, давай, собрались! Хорош! Мяч в воздухе. И теперь самое интересное. Ой-ой-ой! Блин! Мячку просят. Мы что? А мы можем ее предоставить? Костя, соберись, Костя! Это небольшой плюс нашей команде. Они только так могут! Защита отработали! Черноголовые. Защита, они только так могут проходить ярды, давай! Поддержку нашим ребятам. Продолжайте в том же духе. Разозлились! Потому что... Yeah.
Ломать! Хорошо! Так. Кикер номер 81. Результативный игрок нашей команды. Давайте, давайте! Не мешай! Фальстарт, блядь! Номер 79. Его нет в списке. Хорош! Старый тоже молодцы. Молодец, салон. Вперед, Одесса. Добрый лучший. Первый мяч кричат, ребята. Так, пошла стычка. Как вы видите? Хорошо. И поддерживаем. И стесняемся. Одесса, вперед. Шлеп! Как верно подметил мой коллега, пираты вперед. Хорошую игру показывается. Сядьте, блять, не видно из-за вас нихуя. Ребят, вы же не позарапишли, ну что ж такое? Как мы... Вы хотя бы наблюдаете, куда перемещается мяч? Я еще... Так, ребята, разыгрывают мяч. Брос! Сука, эти стоят, нихуя не видно вообще комбинацию, блядь. Не пойман! Все взгляды были прикованы к номеру 22, который почему-то всю игру бегает один. Ребята, спортсмены, не проходим мимо. Мальчики неугомонные. Они мне жутко нравятся. Это как штраф. Мочи, соли. Крути варенье, соленья.
А начинают оттуда же, откуда начинали в прошлый раз. Давайте поддержим эту атаку. Тавры! Классно, я чувствую. Реверс! Реверс! Отлично! Отлично! Поддержкой в свою сторону со стороны болельщиков. Они разыгрывают мяч, давайте их поддержим. Держи того, кто с мячом. Красавчик! Хотел сказать. Он хотел сказать, чтобы трибуны вспомнили, за кого они болеют и поддержали свою команду. Вот это столкновение. Стирают улыбку с наших лиц. Ну что ж, это игра. 44! Кто продает ковры? У кого какие планы после игры? Можем где-то встретиться. Здесь без остановок. Верю в наших ребят. Пираты, мы с вами! Пираты! 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 Вперед! Давайте, ребята, давайте! Давайте, пираты, не держите нас! Вперед, пираты! Это было... Пираты! Пираты! Нападение вперед! Еще раз напомню про спонсора «Водоскат» и судя по афише... Давай! Лево! Лево! Лево!
пока на поле происходит небольшая заминка. Получите! Распишитесь! Смотреть на это мясо намного приятнее. Мясо справа стоит, блядь! Арты! Если вы не увидели бегающего голого болельщика, то не пугайтесь, у вас все в порядке со зрением. Высокоинтеллектуальные шутки пошли. Вперед, Одесса! Вперед, пираты! Гоша, красава! Пираты! Давай, пираты! Вперед, пираты! Сапо, соберись! На самом деле ребятам очень тяжело играть, потому что ни для кого не секрет, что шлем футболиста весит 94 килограмма. Это большая нагрузка. Ага. Стоим еще много времени, стоим! Пираты, вперед! Вперед, пираты! Пираты, вперед! Пираты, вперед! Пираты, вперед! Давай, косни, как солому, ребята!
честь! Да, осталось 3 минуты. Я уже понял. Интересно посмотреть. Первый раз в жизни. Смотрю, мне понравилось. Приходите еще. Вот такая вот рифма родилась только что. Если ты борьбе не рад, нифига ты не пират. Номер 7. Симферопольские тавры. Задержка времени. 5 ярдов штраф. Повтор реализации. Спасибо. Хорош, Артурчик! Нападение, я разрешу вам нажраться! Девушки на третьей трибуне, с чего вы смеетесь? Но если бы у меня сейчас был гимн Украины, я бы его поставил. Ребята, мы все равно вас любим. Товарищ судья, пояс верните! Мы еще придем на вас посмотреть. Хорошо. Правда? Давайте крикнем «Одесские пираты!» Товарищи с командой «Симферопольские тавры». Судья, верните пояс! Вы классные, приходите на наши игры. Давайте соберемся через полчасика. Не расходитесь, значит, всем, кто остался, будут вручены подарки, памятные призы. Майки. Товарищ судья, верните пояс! Я понимаю, что для вас это слишком хорошая перспектива, но, тем не менее, вы проделали большую работу, вы поддерживаете свою команду. Мы будем очень рады всех. А ну-ка попозировали на камеру! Вот они, герои!